Не, думаю, сначала история, потом мы будем это делать. Ну давай. Ой. Зашибись, Олег. Я, наверное, готов. Кто-то еще рисует. Это у нас, кстати, повторяются картинки. Что я не знаю. Вроде нормально. Да уже с вчерашними уже две картинки там попались. После этого раунда я пойду в круг, потом вернусь. Чё, Артур? А теперь блю я. Иду!
Если что, на моем рисунке будет. Я потом объясню, что. Я просто не успел это сделать. Что это? Потому что сам где. Я мог какую-то будет вещь написать, но нет. О, вы только начали, хорош, я успел прийти даже. Я не знаю, как это пишет. Ой, озвучка. Начинается все так. Привет, сосед кого-то закрыл в подвале. Он закрыл истеричную маму Олега. Без обид, Олег. На карантин Олег обиделся КСТА. Гречка Мартини. Мы на карантине. Где бомжи хозяины? Хозяины. Кто мечтает быть пилотом, очень смело, видно, тот потом учно. Кратко, все зависит от... Ой. Виталика. Сломал себе шею. И поехал в больницу, давай-давай лечиться. Давай-давай лечиться. У стула сломалась ножка. Я не успел здесь. И потом наебнулся, сев на ножку стула, жопой массаж. Ой, блин. И потом хуй его знает, да, что происходило. А потом жопа его знает, что происходило. Максим, отдай мне свой сет за 5 педик. Да, отдай ему. Конфетку, а то плакать будет. Да ну нахуй не хочу Максиму конфеты давать, я же не Алиса. Алиса чисто червей скормить пытал. Кого пытал? Всем бобра. Дорогие друзья, сегодня мы вместе с вами будем проходить 10 ночей с Максимом в одном квадратном миллиметре. Бля, так это он алкашом в подъезде был, от которого прятались. Ну да бомж ебаный дрочит на дверь подъезда. Гарпик фон и попутно. Там играют Гарпик фон.
Ой, в одно время, короче, копаю огромный яма. Я сам себе, конечно, это сделаю, ну ладно. Габи не любит цифру 3, потому что он не умеет считать до 3. А до 2 умеет? Логично. Не, он только до 1007 умеет считать. Я. Гуль. Гули-гули-гули, эрам-зам-зам. Дэнс-дэнс-дэнс, ит май хинс-хинс-хинс. Да. 5 ночей с Олегом, Максимом, Лёхой, Денисом и Алиной. А Фредди и Фокси Чикаба не будут завидовать. Ведь Голден Фредди, в отличие от них, умный. Голден Фредди на 91 градус вообще-то. Был жирным. 91 градус? В математике 91 градус угол, значит тупой. Я такой много математический мем дал. О, превьюшечка, превьюшечка. О да, превьюшка, как бомжики ПО подъездом шастают от пота. Ебутся днями и ночами напролет. Сверчки с ананасом. Раш не любит такой, он любит скибиди допсис. Чего? А у Максима? Ноут взорвался. Как и мой дом. Который мусорный бак. Сувал туда мусор, например, как Максим. Хочешь шипола? Шипола. Пожалуй, я откажусь от нынешней услуги. Мы таких услуг не знаем, они нам нахуй не нужны. Ведь я Гитлер. Я вернулся вам всем, пиздец. Да блин, со вчера пришел, что ли? Какой гений это писал? Вы это гениально. Роблокс добавляет войс те самые 9 литки. Опа, достаем мамин паспорт, блин, не работает, что за хуйня? Как мне теперь войс чат в Роблоксе получить? Жди 13 лет, лох ёбаный. Потом в армию. Начните писать историю.
Да кому надо начинать писать эти истории? Мы не поэты. А кто? Пушкины. А есть? О, ес. А у Акиксикчики? А нет, Алина не ответила на вопрос. Денис, ты заставлял меня сосать, но я тебе не сосала. Вот ты, сука. Чего бы, Эл? В душе не чаю, что там? Кто там, где Олег, там, когда там? Олег, ты там раз, у тебя в душе разве чай? Когда-то я проснулся, вы. Обоссаны в трусах. Дерьме, слона. Нет, блин, носорога, они так похожи. Различия не найдешь. Слепой просто вот и не найдешь. Что поделать? Алина выбрала язык факт. Говноед. Вот он говно, это такой все говновый курил. Снюсает говно, это ебаный. Кого-то из нас описали. Олег его знает. Олег его лично знает. Че, что-то новое. Ну давайте. Ну что, Олег, давай. Ну типа. Слендермен понял, что он забыл про игрока. Ясно. Это я не успел нарисовать. А чё это? Ну типа снизу это эндерняк, слева это башня, типа. А вот это чё, это Слендермен? А. Пиздил. Мне понравилось это эндермен. Ладно. Ничего подумаешь, негр. Расисты ебаные. Фу, расисты. Бегу! Расисты. Коричневый человечек. Олег, ты тем более расист. Дискорд удалили, ваша честная реакция. Скайп. Олег, ну уже там твоего пора добавлял. Чпеек. Чпеек. Корова ограбила магазин. Чего? Дам большой спойлер, будет Скала Джонс. Что это? Кто-то у кого-то спиздил идею? Корова с розовыми точками. Как она поняла, что это корова? Слон подавился. Где хобот? Где он подавился? Слон с пирсингом на одном ухе. Давайте сейчас недостающую часть. Где ледокол? Это что было? Создай нового покемона. Ясно. Говняк. Поэтому Майнкрафт. Пикабу. Лёх. Хелен. Ну,
Вы закончили школу. Ваши действия. Срать. Да-да. Пойду коллегу Максиму Сигма. Нихуя, ты должен был нарисовать. Первая ночь в Майнкрафте. Ну тут я не успела. Уже день типа. Я в домике. Ну, кстати, красиво получилось. Соглашусь. Что бы тебе хотелось взять с собой на необитаемый остров? Все банды. Олег. Команда Юта. Олег, ты, Максим, ты в курсе того, что командует Том, это только ты и Олег? Нет, нет. Это Вау. Ты. Это ты, это Денис, это Алена, это все. Наши друзья. Нет. И Ютуб. Да. Роблокс. Пусто. Стена пахнет вкусно. Весь геймплей Роблокса. А Ник Сахарок 228. Я не знаю, что мне сделать. Да. Какие еще модели есть? Твит. Чё у него с телом? Пусто. Как ты забыл? Как из этого появилось это? Бабах. Там чисто просто пропало. Ща бы пиво. Сейчас увидите. Закричат. Как оно из этого превратилось в это? Давайте почему Миша. Высекли. Давай секрет.
Что за пизда? Диджей ебан. Диджей ебан. Пикабику Хэллоуин. Я не успел. Да, не лучший мод. Анонимность Эва прекрасна. Чилик. Не получилось. Толстый бобр переходит мост. Где у него? Где у него? Всем бобра и бобер, сегодня мы. Чего? Привью. Давайте. Все. И Носки делает шашлыки для всех, не зная, что они просрочены. Что нормальные шашлыки, у меня диплом на шашлындос. Аттестат, как и тарелку для ша. Ша, погоди, посру. Никогда не бей косира, ведь он всегда может дать сдачи. Правильно, поэтому бейте Максима за такие шутки. У него в зубах промежутки. А не фиг так шутить. Тот самый Лёха в окне без зубов. С дачи 3 ведра клубники привезли. Я их спиздил. Кто кого спиздил? 00. Хе-хе, я цыган, и мне 69 лет. Я француз. Ты Париж. Нет, блядь, Челябинск. Нет, блядь, Караганда. Чего там? Да блин, я даже не знаю. Больше бы людей. Ну давай, делай. Лёха залез кому-то в окно и смотрит, как сова. Подходит Денис и закрывает шторы. Приходит Максим, открывает их. Сука. И на него падают все вещи. Я хочу сразиться с тобой, тазик с компотом. Я Танзира команда. Камабока Ганпачира. Вызываю тебя на бой. Сразись со мной, я тазик с компотом. Бля, кажется, Лёха с окна наебнулся. Ай, блядь, меня снайпнули в полете. Как лоха в самолете. Как блоха в сапоге. Я глаза не вижу. В зеркало посмотри, увидишь. Мда, какой красивый. Глаз. Что? Что? Я бы что-то покреативнее придумать.